Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Димон22к. В сегодняшнем ролике я покажу вам концепты от подписчиков. Концепты я выбирал в своем телеграм-канале. Ссылка на него, кстати, будет в описании. Если вам не сложно, можете на него подписаться. А еще хотел бы попросить поставить лайк и подписаться на этот канал. И давайте попробуем до моего дня рождения добить 35 тысяч подписчиков. А именно, до 20 сентября нужно апнуть 4325 подписчиков. Вместе мы сможем все. Ну а теперь погнали к ролику. Первый концепт – это задание в катке. Задание на скрине – это убить 100 зомби. И за 100 убитых зомби ты получишь 100 монет. Это, конечно, круто, но мне кажется, что 100 монет – это маловато. Потому что зомби убивать не так уж и легко, как вы знаете. За такое задание я бы поставил монет 300. Но сам по себе концепт очень прикольный. Я бы его хотел увидеть в Чикенгане. Я надеюсь, что разработчик смотрит видео ютуберов по Чикенгану и прислушивается к нашим и вашим идеям. А если разработчик так делает, то разработчику огромный респект. Да и вообще, я думаю, что разработчик должен прислушиваться к комьюнити своей игры. Ведь мы в нее играем, снимаем и делаем все, чтобы она жила. Но и разработчик делает очень много, чтобы игра жила. Так что в Чикенгане все 50 на 50. Ладно, погнали ко второму концепту. На втором концепте изображено много всего, так что я буду говорить все по порядку. Первое, что тут есть, это цвет ника и аватарки. Цвет ника можно сделать и сейчас, а вот цвет аватарки, это, конечно, чуть-чуть непонятно. Я думаю, что это кружочек, на котором нарисован наш чикен, и там можно будет менять цвет фона. Следующее, это подарок, чат и настройки. Ну тут, как мне кажется, даже объяснять ничего не надо, так что не будем затягивать на этом. Следующее — это какая-то кнопка с флажком с надписью Sold, Friends, Hide and Seek. И все. Hide and Seek — это понятно, что какой-то новый режим. Friends — это друзья. Sold означает продано, ну или же, наверное, продать. Так что я думаю, это какой-то рынок, на котором можно будет что-то продавать. Ну и последняя — это была кнопка с каким-то флажком, я не знаю, что она значит. В общем, концепт очень крутой. Если автор этого концепта посмотрит это видео, то напиши в комментариях, что значит этот флажок. Но я думаю, что это какой-то режим. Концепт, как по мне, крутой. Погнали к следующему. На третьем концепте изображено то, что нам будет показано, куда будет лететь граната. Это, конечно, не супер важная вещь, но в принципе это прикольно. Потому что когда мы кидаем гранаты, мы никогда не знаем, куда она летит. А с этой функцией мы бы смогли увидеть это. Этому концепту я ставлю лайк, он мне понравился. Погнали к следующему концепту. Следующий концепт — это то, что моба можно будет сделать дружелюбным. А вот это просто обалденный концепт. Если бы такое можно было сделать, я бы этим пользовался очень часто. Я надеюсь, что в будущем Чикенгана такое будет. Разработчик, я надеюсь, ты увидишь мое видео и сделаешь это. Автору этого концепта огромный лайк. Ну а теперь погнали уже к пятому концепту. Пятый концепт — это стикеры. Сейчас вы сможете разглядеть, как стикеры будут выглядеть на оружии. Как по мне, стикеры — это тоже очень прикольная штука. Но есть вещи намного важнее, которые нужно добавить в Чикенган. Но сам по себе концепт про стикеры очень прикольный. И я бы его очень хотел увидеть в Чикенгане, как и все остальные концепты, которые я показал в этом видео. Будем надеяться, что в следующих обновлениях стикеры добавят в Чикенган. Ну а теперь погнали к следующему концепту. Следующий концепт — это эмоции. Как вы знаете, в Чикенгане есть танцы. А вот тут эмоции с лайком, с вопросом и, наверное, с оружием. Ну и тут сделана отдельная кнопка для эмоций. В принципе, концепт неплохой, мне он понравился. Я думаю, что разработчик мог бы добавить такое в Чикенган. Потому что если есть танцы, то и что-то другое тоже будет. Будем надеяться, что разработчик тоже это добавит. Весь концепт я вам показал, так что погнали к предпоследнему концепту. А вот и предпоследний концепт. На предпоследнем концепте вы можете увидеть эмодзи. И я понял то, что этот концепт, скорее всего, относится к прошлому концепту. Но все же концепт получился очень прикольно. Я считаю, что такие концепты можно поддержать лайком. Так что ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А в конце ролика вы можете сказать, какой концепт вам больше всего понравился. Ну а теперь погнали к последнему концепту. А вот и он. И как вы могли заметить, на этом концепте тоже очень много всего. И как я понял, это именно наш профиль. Первое, что мне бросилось в глаза, это кнопка «Добавить в друзья». Вот именно этой кнопки очень не хватает в Чикенгане. И если ее добавят в Чикенган, это будет очень круто. Следующее — это промокоды от какого-то аккаунта. Я не знаю, что это значит, так что перейдем к другому. Следующее — это надпись автострельбы. И как мы могли понять, человек, который сделал этот концепт, играет без автострельбы. Следующее — это надпись, когда человек последний раз был в сети. Тоже очень прикольная штука. Следующая кнопка — это клан. Следующая кнопка — это количество побед. Тут их 245. И количество своих пушек. Тут их 35. Я считаю, что такое профиль должен появиться в Чикенгане. На сегодня это все концепты. Ну а вот и мой ролик подошел к концу. Я надеюсь, что вы меня поддержите лайком и подпиской. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.